Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать на единую молодежную лигу ВТВ. Это матч за третье место в рамках финала 8-ми. МБА будет встречаться с командой Химки. Лишь один точный бросок с игры мы увидели. И тот в исполнении МБА. Какой блокшот! Исмаилов выписывает. Причем Муса Кипкеев его здесь, такое ощущение, что не держали от броска. Тут идет в проход и получает блокшот. Еще один от Исмаилова. А это Малинин. И тут его уже Дмитрий Кадошников накрывает. За ним следует Егор Пакинко. Видимо, это персональное задание. А здесь Максим Савченко отвешивает блокшот. Мне кажется, каждое сочетание игроков МБА на площадке, оно по габаритам превосходит Химки. Еще один блокшот от Максима Савченко. Даже не ставит заслон, такое короткое движение сделал против Ганькевича. Один на один Савченко пошел бить сверху в лицевую. И Максим Савченко пока явно выглядит главной звездой. Все-таки Химки отбиваются. И отличная передача на Кадошникова. Да, используется на паркете. Пакинко на Савченко. Максим издали попадает и затыкает сирену об окончании первой половины. Химки, в общем, пропустили больше всего. Минус 10. Можаровский. Не считать эти два очка, так как блокшот. Егор против Кадошникова. Пошел влево. Остановился и получил блокшот. В общем, скорость Пакинко не набрал. Сумел отдать передачу. Кипкеев. И на Кадошникова тот врывается вторым темпом. И Студеникин, нет, играет на Савицкого. Виталий дальше, не самый удобный пас. Потежный со средней мажет. И Савицкий из-под кольца. Очки второго шанса. Вот это вот интересно. Чижиков не забил первый штрафной. Но есть вторая попытка. А здесь что, может есть смысл мазать и бороться за подбор, кстати? И Савченко, и Малинин на паркете. Так и есть. На подбор за Химками. И команда Ильи Родионова становится третьей в этом сезоне единой молодежной лиги ВТБ.